Во всем мире 1 октября отмечают День пожилого человека. В Твери к праздничной дате проходят торжественные мероприятия. Основные из них состоялись в областной филармонии. Подробности в сюжете Натальи Чекет. Представители старшего поколения Тверской области ведут активный образ жизни. На выставке в областной филармонии они продемонстрировали свое увлечение. Так Григорий Беляев из Зубцова увлекся работами по дереву. Специально для праздника он вырезал изделие в форме телевизора с надписью «Мои года, мое богатство». Все поделки изготовлены из целикового дерева. В качестве исходного материала чаще всего используется береза. Где-то я увидел, я уже сейчас не помню. Мне показалось интересно. Я беру, допустим, фотографию. Из этой фотографии начинаю поднимать рельеф. В общем, вот это вот дело создаю где-то сутки, где-то примерно уходит, вот, чтобы поднять и сделать модель. Многие пожилые люди входят в состав различных общественных организаций, проводят встречи, делятся своим опытом с молодежью. За свою активную позицию они были отмечены грамотами губернатора Тверской области, а также благодарностями законодательного собрания региона. И прозвучали слова поздравлений. Позвольте вам всем пожелать сохранять здоровье, оптимизм, рядом с собой иметь здоровых близких, видеть уважение детей, уважение внуков. И, конечно, чтобы вот вся эта ваша активность сохранялась как можно дольше. В Тверской области расширяют меры поддержки ветеранов, улучшают медицинское и социальное обслуживание пенсионеров. А для тех, кто вступил в предпенсионный возраст, открывают курсы переобучения. Также на территории региона действует более 300 клубов и объединений по интересам для пожилых людей.